Добрый день, мои уважаемые зрители, видеозрители, телезрители. Добро пожаловать снова на мой канал. Я сегодня просто взбесился. Хочу сказать о людях, которые невежливые, как сказать там, вообще наглые. Ну и, сказать честно, некоторые немножко такие, которые живут не в этом мире. В общем, на прошлой неделе, сейчас потом увидите, после этого видео я поставлю, что случилось. В четверг вечером я сижу на интернете, и на мне на YouTube приходит комментарий к одному видео. В общем, во Франции есть один сайт, который принимает ставки на линии. Я их разоблачил на одном видео, потому что я заметил, что они обманывают. В общем, они дают лошадей программы на забег какой-то, на какие-то забеги. И статистику лошади они дают левую, фальшивую. Я это заметил, и я это видео выставил. В общем, в четверг один из Арабистана мне пишет там: помоги мне там, так, я вот на этот сайт записался, поставил 80 евро на счет, но я их обязан разыграть, дай мне лошадь, которая, ну, которой много шансов есть, что она придет с низкой котировкой, фаворит, почти или фаворит, чтобы забрать эти 80 евро. Иначе он, когда ставку, вы деньги ложите на счет у букмекеров во Франции, в других странах я не знаю, какой закон, вы деньги эти не можете обратно снять. Надо сделать обязательно ставку. Если вы выиграли, тогда вы можете все снять. Это делается для того, чтобы не было отмывки денег. В общем, я ему говорю, этот сайт я сделал, этот видео я сделал для того, чтобы показать, что осторожно. Ну, он попался на ловушку. Там предлагают бонусы. Вот поставил 100 евро, тебе дают, разыграл 100 евро, тебе 100 евро дают еще бонусом, который ты тоже сможешь разыграть. Если выиграешь, потом все забираешь. В общем, я ему нашел на одном забеге лошадь. Она пришла, и от него ни спасибо, ничего нету. Вот дальше посмотрите. А в ближайшее время, я думаю, я сделаю видео одно с комментариями. Не с комментариями, а то, что мне в личку присылают. Не только там арабистаны, но и наши русскоязычные. Это просто ужас. Я не знаю, о чем люди думают. У меня много видео про иммиграцию, про как нелегально быть, лазейки. Ну, есть моменты, где я даю консультацию там чисто за кофе. Ну, есть такие вопросы, которые очень сложные, очень трудные. И люди говорят, я согласен быть на нелегальном положении. Я попытаюсь это избежать. Только скажи, что делать. Вот они думают, что они пишут, что я могу дать такой совет. Вы понимаете, есть дорога, на которой будет яма для закона, в которую можно упасть. Можно через нее перешагнуть, но она есть, в нее можно попасть. Как я могу вам дать совет, чтобы вы дома там брали свою жену, детей, продавали свое имущество, бежали во Францию или в Европу и что-то делали? Вы представляете, вы попадетесь в эту яму. И потом будете меня проклинать, что вы потеряли все дома, и чтобы здесь ничего не получилось. Ну, да думайте просто. Я один раз эти сообщения все соберу и выставлю их без комментариев. Вот просто читайте, какую чепуху несут люди. Я просто не... Вы знаете, даже если вы возьмете адвоката хоть за миллион долларов, он может проиграть дело. Вы понимаете, вы все продуете. Вы продуете то, что у вас было, и не получите ничего. Вы останетесь у разбитого корыта. Даже корыта разбитого не будет. Так что думайте перед тем, что что-то делать. Когда я говорю, что есть вариант, но. Всегда есть но. Потому что попасться можно. Закон это как сыр французский дырявый, который, где можно через дырочку раз проскочить и выскочить. Но можно в дырочку прыгнуть. А выхода уже не будет. И это я говорю только для тех, кто уже решился, кто здесь находится, кто уже кому терять нечего, кто хоть решился уехать, бежать. Искать лучшей жизни. И все. А так, кто сидит там в России или в другой стране, там в Казахстане или на Украине. Вот я хочу. Я тоже что хочу. Я много чего хочу. Я хочу канадское гражданство. Но я не собираюсь потерять во Франции то, что у меня есть, чтобы приехать туда и вообще ничего не иметь. Начинать все с нуля, бороться. И в конечном итоге попадаться на те же самые грабли, кто попадаются другие. Это все приходит с опытом. Но если у вас на самом деле терять нечего, тогда рискуйте. А если у вас что-то есть терять, то, извините, делать глупые шаги, это очень-очень глупо. Надо всегда перестраховываться сзади, на отступление.
а не так переться, как против бетонной стены головой. Бах, ага, ударился. Ничего, еще раз попробую. Рано или поздно стена сломается. Рано или поздно сломается или голова, или стена. Одно из двух. Но, скорее всего, голова. Ладно, смотрите видео. И... Ну, эти арабистаны вообще говорят, вот не все люди плохие. Но у меня, как только кто-то с Арабистана пишет, всем что-то кто-то должен им. Ни спасибо, ничего. Бывают, когда благодарят, но подавляющее большинство им все все должны. Блин, задолбали уже, извиняюсь. Ладно, доброго дня. Ну вот он, пишет мне некий Кему Кейби, Арабистан. Посмотрим профиль. Тут курсы арабского языка. В общем, решил он поиграть на скачках. Ну и пишет мне. Ну ту сюхту, я записался на Женебет, и я хотел бы поставить ставку на лошадь, но я не умею играть. Дон Четверг мне пишет. Ну я ему отвечаю, привет, ты написался, записался в Женебет, и хочешь играть? Он говорит, да, это так. Я вам объясняю, что случилось. Я поставил 80 евро на счет, и я обязан сделать первое пари, чтобы эти 80 евро потом снять. И я хотел бы поставить 80 евро на лошадь со слабой котировкой, чтобы быть уверенным забрать мои 80 евро с большей вероятностью. Помогите мне, пожалуйста, s'il vous plaît. Я ему говорю, почему вы кидаете 80 евро? Это слишком много, если играть не умеешь, ты 80 евро хочешь ставить на лошадь. Он говорит, я хотел бы просто ставку завтра на лошадь с интересным слабым котировкой, чтобы забрать мои 80 евро. Но в принципе там такой закон. Вы ставите 80 евро, и они потом вам, как вы разыграли, еще дают бонус 80 евро. Но этот бонус 80 евро надо тоже разыграть. Но первые 80 евро с выигрышем вы их можете забрать. В общем, я пошел искать на пятницу забег. Я нашел забег на пятом курсе в Шантии, в Париже, первый Реюнион. Почему я его взял? Потому что, смотрите, на этом забеге 1900 метров. Давай, открывайся. На этом забеге лошади уже бежали. И я выбрал лошадь Сам Саадат, потому что хороший жокей, и у лошади довольно-таки хороший результат. Второе место, первое место, четвертое, и котировка 4-3. Почти что самый большой фаворит. На других забегах это там были лошади, которые или бежали в первый раз, или маленькие забеги. Вот когда 6 лошадей бегут, всего лишь первые 2 места оплачиваются. А когда выше 8 лошадей, 8 и выше, то первые 3. То есть шансов у вас 3 выиграть. Ну, другие забеги там были стрёмные. Сейчас. Вот тут лошади бегут первый раз. Попробуйте найти лошади, которая в первую тройку войдет. Это вообще завал. Поэтому я выбрал на пятом курсе Сам Шазада. Я ему вот написал, что я сделал видео, на которое он мне ответил, чтобы разоблачить этот сайт, потому что они обманывают там с лошадями, с их, как его, перформансой, что они делали. Я говорю, что это очень трудно вам посоветовать, что игру, куда вы можете поставить 80 евро. Это же не мои деньги. И это взять ответственность на себя по вашим деньгам. Единственное, что я могу вам посоветовать, это поставить завтра на пятом забеге в Шантии, в городе, на номер 8. И название лошади. 10 евро поставь просто, что она в первую тройку пойдет. Ну не 80 евро. Это очень, ну это рискованно довольно. И так потихоньку вы заберете свои 80 евро, вы разыграете и получите свои бонусы. В общем, как вы видите, лошадь пришла, от него ни спасибо, ни привета, ничего. И лошадь, вот восьмерка, Шам Саадат, она дает результат вот на его, на Женебет, где он ставил ставку, 2,70 на 1 евро. В общем, сколько он выиграл? Он почти в 3 раза увеличил свою ставку. Мало того, что он выиграл, он еще и навар неплохой получил. Сколько это получается? 80 умножить на 2,70. Он взял 216 евро.
Ни спасибо, ничего. Меня просто это взбесило. Если бы я дал ему лошадь, и она не пришла бы, он меня покрыл бы матом. Это вообще Арабистан, это, блин, это самые такие, которые что-то все им должны.